Здравствуйте, рады мои. Вот у меня отопление через обратку. Нарушаю законы физики, видео такое есть. Ну, вот смотрю, люди смотрят, интересуются. Давайте подробно объясню. Значит, так вот. Что у меня вид как бы с разрезе дом. Вот, рады мои, цоколь. Вот уровень грунта. Это я показываю, как должно быть. Как обычно делают. Нормальное состояние, значит, отопление, как делается. Значит, этот цоколь, это первый этаж, это второй этаж. Значит, здесь стоит печка с теплообменником. Электропечь, газовая, неважно, на угле, неважно. Значит, нормальные люди делают так. Отопление как должно быть. Вот сверху с котла, значит, выходит. Горячая вода поднимается вверх на второй этаж. Проходит по второму этажу. Охлаждается, опускается вниз. Проходит по первому этажу. И в печь в обратку, значит, вступает. Здесь, значит, понятно, что батареи отопления, значит, подсадины. Значит, расширительный бак, вот здесь сразу же от батареи уходит расширительный бак. Это отопление может работать с естественной циркуляцией или с насосом принудительно. Я же, это повторяю, нормальное. Я же, рады мои, ненормальный, и поэтому у меня все не так, как у людей. А именно, вот так вот сделал цоколь у меня. Вот первый этаж. Вот второй этаж. Крыша. Вот здесь, значит, печка с теплообменником. Что же я сделал? Я вот здесь подачу пустил через обратку по первому этажу. Вот так вот. Горячая вода поднимается вверх. Здесь остывает и опускается, радуемый, вниз в обратку. Также здесь батареи. Расширитель я сделал так, что батарея так выходит. Расширитель бах. И вот здесь. Работа также принудительно через насос и самотеком. Все прекрасно работает. И в чем разница? Вот здесь у меня, значит, тепло поднимается вверх. Вот здесь у меня теплее, батарея горячее. Здесь прохладнее. Здесь же шиворот на выворот. Поэтому, рады мои, делайте, как я говорю. Все, ставьте нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, рады мои.